Там тренировки мистер отрабатывают разные варианты, схемы, и контратаки мы часто отрабатываем. Ну, видно, понятно, что это наша сила, у нас скоростные техничные футболисты, и контратаки играют большую роль. То хотелось бы отбить чемпионом, но очень тяжелая группа нам попалась. Две команды, которые, наверное, могли бы быть первой, получилось так, что второй попали с нашей группы, и довольно тяжело было. Мы это все прекрасно понимали до старта. Ну, просто единственное то, что мы как бы сыграли не так уверенно с этими командами, как могли бы сыграть. То есть вроде бы все сделали неплохо, но потом из-за собственных же ошибок пропускали мячи. Это опыт, у нас довольно молодая команда, и с этими соперниками, в принципе, мы играли только уже вплоть. В том году там Бавария, там Барселона была. Сейчас две команды в группе. Я думаю, что если бы эти команды уже попали в следующем, это было бы уже намного легче, потому что мы знаем, чего ждать, как играть и как готовиться психологически. Носить футбол в шокер – это честь, поэтому мы будем биться до конца, будем биться до конца. В такой ситуации мы стали чемпионами полусезона, для нас это очень приятно, для нашей болельщики это очень важно, для нашего клуба, поэтому будем стараться сделать хороший результат уже в Париже. Вот сейчас Ибрагимович, Кавани, Ди Мария, кого именно ты мог бы выделить? Вот, ну, сами Ибрагимович, наверное. Ибрагимович самый сильный. Насколько обидно, что Шахтер в Лиге чемпионов не продолжит играть? Ну, конечно, обидно. Недовольны, как мы выступали в Лиге чемпионов этот сезон. Поэтому будем стараться попасть в следующий год в Лигу чемпионов и будем стараться сейчас попасть в Лигу Европы.